В этот же день состоится еще одно важное мероприятие. По улицам Нарьян-Мара пройдет бессмертный полк. Те, кого уже нет с нами, 9 мая снова встанут в строй. Жители и гости заполярной столицы колонны пронесут фотографии фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной войны. Для участия во всероссийской акции нужно подать заявку до 24 апреля в Центр поддержки молодежных инициатив по адресу улица Тыковылки, дом 2. Телефон для справок 451-51. Заявок уже принято где-то в районе около 100. Просто прийти к нам, заполнить бланк заявления. Принести с собой фотографию, которую мы будем сканировать. Кто несет портрет, например, участника Великой Отечественной войны, с ним могут рядом идти его внуки, дети и так далее, знакомые даже.